концертном зале Вятского колледжа культуры состоялся фестиваль-конкурс оркестров русских народных инструментов. Музыкальное соревнование собрало более 400 начинающих и уже маститых музыкантов. Анастасия Иванович побывала на событии. Балалайка – самый близкий русскому народу музыкальный инструмент, стала известна широкой публике 125 лет назад, благодаря Василию Андрееву. Василий Андреев – это уникальная действительно личность, который сумел вывести простые, народные, неприхотливые инструменты на большую сцену и объединить, как он и говорил, с фраком вместе. И вы знаете, в 1913 году, ровно 100 лет назад, когда праздновался 25-летний юбилей Андреевского оркестра, а это было в Мариинском театре, в присутствии императорской семьи, наших выдающихся исполнителей и музыкантов, и всей общественности России, то это было грандиозное событие. Время показало, что интерес к оркестру русских народных инструментов только приумножился. Наши виртуозы покорили Европу и Америку. Они срывали аплодисменты в сотнях зарубежных стран. В Кировской области есть ребята и педагоги, которые пропагандируют наше народное достояние. Стоит отметить, что на фестиваль-конкурс съехались представители 14 оркестров. Еще и не все смогли приехать. К примеру, в Ярославской области на подобный фестиваль собрались только 7 коллективов. Это доказывает, что вятские традициями дорожат. Когда я говорю слово о традиции сохраняются или преемственность поколений, вот эти слова, они немножко стали привычными в нашем словоупотреблении, немного сухо звучат. Но мне кажется, что вот сегодняшние события, наш сегодняшний фестиваль наполняют их живым смыслом. Основу репертуара составляет музыка, специально написанная для народного оркестра. По условиям конкурса, одно из произведений должно быть из классического репертуара. Переложение для оркестра, а также вокальное переложение русских народных песен. Хочу я вновь изведать блаженство рая. Для участников конкурса из области, особенно для победителей, открывается возможность стать в будущем частью Вятского оркестра народных инструментов имени Шаляпина. Анастасия Войнолович, Денис Тружков, Вести, Киров.